Назовите любимый советский и современный фильм. Вопрос о любимом фильме, так же, как вопрос о любимой книге, ставит меня всегда в тупик, потому что я согласен с мнением о том, что если у человека есть любимая книга, значит, он ее одну и читал. Но с фильмами, может быть, чуть-чуть иначе, хотя вот я поэтому могу вам сказать о советском фильме, который я знаю практически наизусть. И когда я пытался его показывать своим детям, они страшно возмущались, потому что я, желая, видимо, продемонстрировать вот это знание, я опережал текст, который произносили актеры. Это замечательный фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Если говорить о современных фильмах, их много, я чаще смотрю фильмы американские на английском языке, чтобы поддерживать хотя бы пассивно язык. Обычно это сериалы. А если говорить об отечественных фильмах, которые как-то принято ругать, но я могу сказать, что из фильмов последних лет на меня большое очень впечатление произвел фильм «Рай» Андрея Сергеевича Кончаловского.